Клиника медицинского института Международного гуманитарного университета бесплатно тестирует одесситов на COVID-19. Социальная программа функционирует при поддержке лидера Украинской морской партии Сергея Кивалова. Клиника предоставляет свои услуги всем нуждающимся. В этот раз бесплатно тестировали спортсменов. Юниорская сборная Одесской области по боксу долгие месяцы готовилась к чемпионату Украины. В условиях пандемии обязательным условием участия стала еще и справка с подтверждением негативного результата на наличие коронавирусной инфекции. Сегодня, как вы знаете, идет большой рост заболеваемости, как и по Украине, так и в Одессе в целом. Но жизнь продолжается, и у нас есть наши спортсмены, наши боксеры, которые активно защищают спортивную честь Одесской области. И мы сегодня проводим бесплатное тестирование для того, чтобы они могли безопасно участвовать в соревнованиях. Это программа, которая была создана по инициативе Сергея Васильевича Кивалова, почетного гражданина города Одессы, лидера Украинской морской партии. Мы приехали, чтобы пройти медицинский осмотр на COVID-19, чтобы нас допустили на соревнования чемпионата Украины по боксу, который будет проходить в городе Запорожье. Боксеры рассказывают, что волновались как перед чемпионатом, ведь от этого зависит их спортивная карьера. Сам экспресс-тест длился 5 минут. Будущие чемпионы здоровы и готовы завоевывать медали для Одесского региона. Думал, будет больно, но вроде все приятно, не больно совсем. Я ожидал, что у меня будет негативный, и оно оправдается. Все отлично. Было волнительно, конечно, но а так все прошло хорошо, не больно. Но я доволен.